Дорогие жители нашего Ленинского городского округа, учитывая, что идет рост заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции, самый главный лозунг и самая главная задача со стороны населения – это самоизоляция. Все-таки мы вот должны действительно работать под лозунгом «Мы работаем ради вас, вы оставайтесь дома ради нас, а мы приедем к вам». Сегодня в нашей поликлинике, все амбулаторно-поликлинические структурные подразделения закрыли запись на плановый прием. То есть вы теперь записаться через систему ЕМИАС не сможете, через онлайн, через интернет, но вы можете обратиться на телефон нашей горячей линии 541-4001, которую мы везде опубликовали. Все вопросы, касающиеся каких-то плановых консультаций, операторы ИВМ записывают, и потом с вами связываются наши узкие специалисты. При необходимости оказания медицинской помощи вам будет она оказана узкими специалистами на дому, но, естественно, по возможности. Поэтому сегодня самоизоляция – это основной метод предупреждения развития, это распространение инфекции. Не нужно ходить на тем же беременным женщинам, которые еще до сих пор к нам приходят в наши амбулатории. Просим всех изолироваться, сидеть дома. С вами также свяжутся и акушер-гинекологи наших амбулаторий и дадут все разъяснения. Значит, у нас организована дистанционная выписка льготных лекарственных препаратов с доставка лекарственных препаратов, выписка листков нетрудоспособности дистанционная. Все заявки также через колл-центр «Горячие линии». Мы очень просим больных с онкологическими заболеваниями не приходить в поликлиники, не подвергать риску свое состояние, своего здоровья. Обратитесь к телефону горячей линии, с вами свяжутся операторы, все запишут, и особенно те, которые нуждаются в проведении химиотерапии, данная помощь в обследовании необходимом перед химиотерапией будет оказана на дому. Кроме этого, в стационаре мы будем организовывать небольшой плановый прием узких специалистов. Запись будет открыта тоже для операторов колл-центра. Это тем, которым в действительности будут нуждаться в этой консультации. Оно будет организовано не на базе поликлиник, еще раз говорю, а на базе стационара. Дорогие жители, берегите себя. Мы готовы оказать вам квалифицированную, качественную медицинскую помощь. Мы с вами.